Александр Михайлович, поздравляю с уверенной победой, эффектное окончание, получается, сезона. Какие итоги? Ну, итоги у нас, мне кажется, самые положительные, потому что заняли и по результатам 4-е место. Ну и в целом, то, что было за этот сезон, ту игру, которую мы показали, я думаю, что она и нравилась и болельщикам, и в первую очередь самим ребятам, и нам, тренерскому составу. Поэтому я думаю, что только слова благодарности и ребятам, и тем, кто нам помогал за этот сезон. Кого-то, может, выделите по сезону персонале? Ну, не хочу никого выделять. Почему? Потому что в концу сезона сложилось, что даже не к концу, а где-то, наверное, после сборов у нас сложился очень хороший коллектив. И психологический фон, и эмоциональный. Все ребята готовы друг за друга сражаться. И самое главное, они поняли, что только труд и физический, и умственный на футбольном поле, он только может принести успех. Поэтому в этом плане они добавили очень сильно. И еще раз хочу всех ребят поздравить с окончанием сезона, с хорошим результатом. И в первую очередь с той игрой, которую они показывали на протяжении, может быть, не всего сезона, а именно вот этот этап, когда мы после сборов начинали действовать. Поэтому еще раз всем спасибо большое и с окончанием всех поздравляю. 12 матчей без поражений. Солидная серия. В чем секрет этого успеха? Ну, мы достаточно много тренерский штаб анализируем, и игру ребят, и ту ситуацию, в которой мы находились. Понятно, для того, чтобы играть на высоком уровне, во-первых, нужна очень хорошая физическая готовность, потому что невозможно прессинговать всю игру, если ты плохо готов физически. Потом много работали над тактикой, потому что это, ну, те компоненты, которые мы можем добавить и которых можно, скажем так, обучить. Много сидели на технической базе, поэтому я думаю, что это все вкупе дало плоды. А так это все же это глубокий анализ именно тренерского штаба и использование тех сильных сторон ребят, которые у них есть на футбольном поле. Что ребятам сказали, собственно, по окончании сезона и после финального свистка? Ну, мы сказали, мы обычно, сейчас у нас хорошая традиция, мы фотографируемся после победных матчей. Но сначала что-то тихо было, я говорю, когда команда выигрывает 6-0, не может быть так, чтобы тихо было. Поэтому громадные овации в раздевалке, ну и всех радость. Я думаю, что этого достаточно.